Десятилетний юбилей своего существования в Эстонии отметил айкидо 27 мая. Все клубы, которые преподают айкидо на территории Эстонии, собрались в Таллине для того, чтобы организовать шоу, посвященное 10-й годовщине существования такого боевого искусства, как айкидо. Участники мероприятия провели показательные выступления от своих спортивных клубов. Одной из главных целей этого мероприятия было также призвать людей заниматься этим видом спорта. Мы хотим показать людям, что такое айкидо. Это самое важное сейчас. На 10-летний юбилей в Таллине приехал также и Силмяйский клуб айкидо, который проводит свои тренировки в открытом молодежном центре ЕСН. Наше молодежное телевидение поздравляет силмяйских спортсменов с юбилеем и прекрасным выступлением на важном мероприятии. Что вы хотите пожелать участникам и всем, кто посмотрит это? Заниматься спортом, поддерживать здоровый образ жизни, ну и быть на позитиве. Знаете, разные способы есть совершенствования души и тела. Айкидо один из них. Выбирайте то, что вам нравится. Если вам нравится айкидо, приходите и занимайтесь. Участникам всем без исключения я пожелаю только идти и продолжать совершенствоваться на этом очень нелегком пути айкидо. Если вы хотите пригласить молодежное телевидение на съемку, звоните 51 33 842.